Всем привет, друзья! Сегодня хочу поделиться таким отзывом про аккумуляторную мини-пилу, вот которую я приобрел прошлый год. Вот. И что с ней приключилось за этот год? Напилил я много, обработал весь свой сад. У меня много яблонь, вишня, слива, груша, опять яблони. Также я спилил иву, вот, которая у меня перед домом очень она мешала проводам. Были такие даже моргушки. Пришлось ее спилить. Ну, конечно, все ветки я пилил этой пилой, а уже сам ствол пилил, естественно, большой пилой. Вот, вот такую кучку удалось пилой вот этой напилить. Вот так вот. О, против солнца. Против солнца будет плохо. И заряд аккумулятора еще у нас, сейчас глянем, если будет видно, чего одно деление тут израсходовалось. Как-то так, вот такая вот чудо-пила. Вот что от нее осталось. Естественно, ствол я пилил не этой пилой, а ствол пилил нормальной, большой пилой. Вот. Значит, давайте быстренько по косякам. Здесь шина 8 дюймов. Вот. Поэтому такое дерево ей недоступно. Пила отличная, за год показала себя просто изумительно, работает на ура. Но сразу вышел из строя вот этот вот не включатель, а вот предохранитель. То есть перестала пила включаться, пришлось ее разбирать, чинить. Ну а как же без недостатков? Естественно, недостатки у нее есть. Вот, но все-таки больше преимуществ. Значит, первая болячка появилась у нее, это перестал включаться, пила перестала запускаться вот из-за этого предохранительного тумблера. То есть пришлось пилу разбирать, перебирать. Вот теперь она включается, но не всегда, видите. Вот. Иногда включается, иногда не включается. Вот. Разбирал немножко, я там переделал конструкцию. Вот, так как этот выключатель своеобразный, вот, я пока его нигде не нашел. Вот, пока работаю вот так. То есть иногда включается пила через раз. Вот. А так по работе вообще претензий нет. Пилит изумительно. Цепь стоит родная. Первая цепь у меня есть запасная. Я даже ее еще и не распаковывал. Она была как в упаковке, так она и лежит в упаковке. Цепь родная, вообще не затупилась. Пилит изумительно.
Значит, первый недостаток — это вот эта кнопка. То есть иногда она не включается. Вот, но не забываем вот про вот эту вот кнопочку, которую нужно включить, вот, чтобы пила запустилась. Она автоматически через некоторое время выключается. Вот здесь есть, если будет видно, зелененький индикатор. Вот. Значит, первый недостаток — это вот эта кнопка, как я сказал. А к двигателю претензий нет вообще. Греется исключительно мало. Значит, второй недостаток — это вот эта вот конструкция. Вот. Значит, слабая здесь, ну, как я уже говорил в прошлом своем видео, вот, значит, усилил вот эту вещь. А защитная крышка, она иногда у некоторых, я проводил мониторинг, у некоторых она ломается. У меня пока живет отлично. Вот. Значит, третий, ну, еще один недостаток, будем считать его не совсем удачной конструкцией, скажем так. Это заливная горловина. Вот. Иногда подтекает масло из-под нее, приходится ее докручивать немножко. Вот. И также, когда пила хранится у нас вот в этом кейсе, она лежит вот так. А здесь у нас отверстие для смазывания цепи. И в итоге масло самотеком вытекает. Вот. Ну, это я бы не сказал, что так особый недостаток. Просто кейс нужно хранить вот в таком вертикальном положении. Тогда, в принципе, все нормально. Значит, еще, ну, это я не считаю недостатком. Значит, вот эта вот защитная планочка, она была вот здесь. Вот. И она как мешала открывать бак. То есть она сделана таким образом, что ее наклон не поменять. Вот. То есть, во-первых, она мешает открывать бачок. Бачок с трудом и так открывается. Его приходится затягивать, потому что в таких вот положениях, если пила вот так где-нибудь висит там на дереве, бывают подтеки масла. Вот эта вещь, она, во-первых, мешает открывать бак, а во-вторых, когда через ветки пробираешься, ну, мне она мешает, я ее убрал. Мне она мешает, она никакой функционала, вообще не несет никакого функционала, ни защиты, ничего. Ну, хлипкая вещь, она бы так и так все равно обломалась, вот, и я ее убрал сам. Значит, первый недостаток — кнопка, второе — подтекание масла, третье — вот эта вот хлипенькая крышка. Вот, ну, у меня год прожила, и никаких проблем, потому что я вставил вот эту железную вставочку. Аккумулятору. К аккумулятору вообще никаких претензий нет. Я также мониторил, когда перед тем, как покупать эту пилу, некоторые блогеры рассказывают, что аккумулятор не держит на морозе. Там, если минус 5, все, пила отказывается работать. У меня таких глюков нет. И работал я в мороз, где-то минус 8 было, минус 7, вот так вот опиливал свой сад. Все работает изумительно, исключительно. Ни разу я не разрядилась у меня аккумулятор. Ну, два деления остаются железно. То есть можно работать, работать и работать. Ну, конечно, с передышкой. Вот. Функционал пилы просто изумительно. Она мне нравится. Весит 3 килограмма 100 грамм. Вот. Значит, скорость движения самой цепи 12 метров в секунду. Вот. Есть небольшая у нее такая задержка при старте, то есть она немного разгоняется. Вот. Не сразу полную мощность набирает, а слегка разгоняется. Защита от заедания цепи есть, отключается. Все отлично. Пилит вообще изумительно, как по маслу. Вот. Так что вот получилось такой вот. Такой отчет, скажем так, получился. Мне эта пила офигенно понравилась. Так что я не пожалел, что купил данный инструмент. Очень хорошо работает. Ну вот единственное, подвела кнопочка. А так
исключительно. Но с кнопкой это может быть вариант именно вот в этой модели. У других может быть такого косяка и не быть. Может быть, что-то с кнопочкой у меня произошло неправильно. Но кнопка перестала работать прямо изначально. То есть она уже глючила. Вот. Сдавать назад, ну, из-за такой проблемы сдавать назад я не захотел с этим заморачиваться, кнопку переделал сам, теперь все работает отлично. Всем, кому было интересно и полезно данное видео, не забудьте подписаться на канал, включить колокольчик и оставить комментарий. Всем удачи, здоровья и всем пока!